Привет, друзья, подписчики и гости моего канала. В общем, нет, уже прошло буквально, да не буквально, а ровно месяц с тех пор, как вышло мое последнее видео, поэтому я не появлялся на экранах весь месяц. Сейчас назову причины, потому что иногда спрашивают, где я пропал. В общем, во-первых, вышел я уже на работу после больничного своего. Вот, поэтому сейчас я с 3, вернее, с 4 декабря вышел на работу. Плюс ко всему дома мы решили сделать ремонт кухни. Поэтому весь месяц, даже больше месяца, у меня был посвящен это время, все время это уходило на ремонт. Приходил с работы там, когда выходной получался. В общем, все время это лазил с ремонтом. Ремонтировали кухню. То есть полностью всю. Вот, поэтому некогда особо было заниматься в гараже, то есть с техникой не лазил, поэтому вот я и пропал с экрана. Ну, теперь, надеюсь, с нового года, в общем, с ремонтом закончили, буквально сегодня вот доделал последние там штрихи. Поэтому с нового года планируем уже перейти в гараж, начинать заниматься техникой своей. То есть, помните, пресс я прикупил по осени. Прессом нужно заниматься. Вернее, не прессом, а подборщиком ПВ-6 покупал. Им нужно заняться. Трактор наш ЮМЗ требует к себе внимания. То есть куплены запчасти на навеску. Когда я пахал осенью, я рассказывал, что с навеской у меня проблемы. Навеска убита, можно сказать, что на все 100%. Поэтому перейдем к трактору ЮМЗ также. Займемся. Ну и мини-трактор мой самодельный. Я рассказывал в одном из своих последних видео, что требует он доработать. То есть вот так вот обстоят дела на сегодняшний день. Ну и еще, в преддверии, так сказать, Нового года, хочется поздравить вас всех. Конечно, если была возможность поздравить вас воочию всех, но пока только с этой стороны экрана. Хочу вас поздравить всех с наступающим Новым годом. Пожелать вам здоровья, здоровья и еще раз здоровья в это непростое время. То есть, сами знаете, что сейчас вокруг пандемия, поэтому здоровье нам всем необходимо. Ну и, конечно, пожелать удачи вам, чтобы удача тоже сопутствовала вам в этом году наступающем. Чтобы в ваших семьях был мир, согласие, спокойствие. Поэтому поздравляю вас всех с наступающим, еще раз говорю, с наступающим Новым годом. Мира вам, добра, любви, понимания. Ну а я на этом буду с вами прощаться. До новых встреч. Всем пока. Встретимся попозже.